Счастью Айнур Джайнакова нет предела. Так говорит сама наша собеседница. Ведь после долгих попыток забеременеть, она, наконец, в свои 46 лет сумела родить. Да к тому же тройню. Старшему сыну Айнуры 17 лет. И с тех пор семья мечтала о пополнении. Когда на 8-й неделе я пошла на УЗИ, мне сказали, что у меня будет двойня. Я всегда мечтала родить близнецов. Как узнала эту новость, никому не хотела даже говорить, чтобы не сглазили. Даже мужу не говорила. Но потом здесь, в 6-м роддоме, мне говорят, что у меня будет тройня, мальчик и две девочки. От услышанного чуть в обморок не упала. Настолько была счастлива. По словам роженицы, до 5-го месяца беременность протекала очень легко. А на 6-м месяце начались осложнения, сильно отекали ноги, стало невозможно ходить. И тогда Айнур с супругом направили в Бишкек. Сами они проживают в Тюбском районе Иссык-Кульской области. Оставшийся срок Айнур была под чутким наблюдением врачей. Что ни говори, все-таки возраст, при котором есть риски для обоих, и мамы, и малыша. А в этом случае ожидалось тройня. К счастью, все обошлось. Счастливые родители уже выбрали имена для своих детей. Сына назвали Кудайберди, а дочек – Керемет и Касиет. Стараемся создать хорошие условия нашим малышам. Выхаживаем как можем. Сейчас ведь важно хорошее питание. Смеси, подгузники. Конечно, увеличились траты. В день около 2-3 тысяч сомы входит у нас. Но нам сейчас стараются родственники помогать. Не жалуемся. Главное, что с нами случилось это чудо. Ведь дети – это самое большое счастье. Вес малышей, понятное дело, далек от привычного. Кило 200, кило 700 и кило 400. Сейчас им необходимо активно догонять ровесников. День рождения у двух сестер и братика 9 ноября. Правда, на свет они появились путем кесарева сечения. Новорожденных в данное время обследуют, проверяют сердце, зрение, работу других органов. По этой причине, к сожалению, малютки на искусственном скармливании. Дети маленькие были. Срок 30 недель – это 7,5 месяцев. Поэтому мы предполагали рождение таких тяжелых детей. После рождения проведена стабилизация этих детей. И они находились где-то 9 дней находились на аппарате СИПАП. На аппарате СИПАП находились, потом перевелись на масочный режим. И уже как 2-3 дня ребенок находится без кислорода. Вчера уже ребенка маме отдали рядом. Сейчас у нас обучаем маму ухаживать за такими маленькими детьми. Рождение сразу трех и более детей – это редкость, уникальный случай. По статистике, в год по республике рождается около 20 детей. В этой связи правительство приняло решение помогать таким семьям, хотя бы единовременно. На каждого ребенка выплачивать по 50 тысяч сомов сюенчу. Пособие будут выплачивать независимо от благосостояния граждан. Вот только семья Токтобаевых, скорее всего, эти средства не получит. Ведь закон коснется только тех детей, которые родятся после 1 декабря. Хочу отметить, что для получения этих выплат абсолютно никаких дополнительных документов нету. Мы, как вам известно, с 1 июля абсолютно упростили процесс получения балага сюенчу. На этих заявителей перечисляем денежные средства, и банки отправляют смс-уведомление в адрес заявителей. И в течение 2, максимум 3 дней сегодня можно получить балага сюенчу. По данным Министерства труда и социального развития, с начала года единовременную выплату в размере 4000 сомов получили семьи 143 277 новорожденных. В это число также входят и двойни, и тройни. Джангл Мирзадюшенбекова, Асхат Ибраимов, НТС.